Здравствуйте. Сколько розеток можно подключить на один автомат? Все зависит от автомата и от того, сколько и каких электроприборов включено в эти розетки одновременно. Суммарная мощность тех электроприборов, которые могут активно работать от этих розеток одновременно, не должна превышать мощности автомата. Вот пример того, сколько розеток можно подключить к одному автомату. Автомат 25 ампер. Это мощность 5,5 кВт. К нему подключены 10 розеток комнаты, в которые можно одновременно включить зарядку для телефона, ноутбук, телевизор, масляный обогреватель и пылесос. Суммарная мощность всех этих устройств не больше 3,5 кВт, что вписывается в мощность автомата 5,5 кВт. В комнате есть еще настольная лампа, утюг, фен. Если добавить и их общую мощность, то будет уже больше 5,5 кВт. Однако все вместе они никогда включаться не будут. Поэтому количество розеток на один автомат может быть любым. При планировании проводки нужно исходить из суммарной мощности электроприборов. А сколько розеток можно подключить на один провод 2,5 квадрата? Общая мощность всех устройств не должна превышать ту мощность, которую может выдержать этот кабель – 5,5 кВт. На практике на один автомат или на один кабель подключают от 1 до 10-12 розеток в зависимости от нагрузки. Если нагрузка больше, чем 1,5-2 кВт, то это одна розетка. А если меньше, то розеток, соответственно, больше. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока!